Всем привет, друзья! Сегодня речь пойдет у нас о очередном лазерно-светодиодном проекторе, о таком вот малыше классном от фирмы S-Hini или S-Shiny, я уж, друзья, не знаю, не силен в английском. В комплекте, как всегда, у нас есть шнурок питания USB-A, micro-USB, длиной метр, значит, инструкция коротенькая, но, в принципе, тут все понятно, все цветное в рисунках, пульт дистанционного управления. Кстати, друзья, по пульту в каждом видео показываю, какая нужна сюда батарейка, но люди пишут и спрашивают, какая же нужна сюда батарейка. Итак, переворачиваем пультик, и вот надпись CR2025, ребята, маркировка нашей батарейки. Сюда же подходит еще CR2032, она немножко толще, но она сюда впихуема. Теперь, как же понять, есть ли батарейка или нет батарейки в нашем пультике? Мне же пришел пульт, оснащен батареей. То есть, смотрите, вот стоит изолятор. Если, ребята, стоит изолятор, и его трудно вытянуть, так трудновато, 100% у вас установлена батарейка. Если же изолятор валяется рядом в пакетике с пультом, либо просто так вот вываливается, батарейки у вас там не будет. Так, сам проектор, как я уже показал. Ну и все это дело у нас приехала в такой вот коробчонке. Этой коробчонкой хоть играй в футбол. То есть все уложено вот в таких отсеках из вспененного полиэтилена. Шикарно, четко, красиво, отлично. Видите, коробочка даже нигде, ни грамма не помялась. Все четко. Так, давайте по проектору. Проектор у нас оснащен двумя подставочками. Эта подставочка у нас имеет угол 25 градусов. А эта подставочка имеет угол 45 градусов. Вот, меняем подставочки. Как заменить подставочку? Здесь у нас есть два пазика. Надеюсь, видно и понятно. На подставочке, друзья, мы имеем два таких вот зубчика. Зубчики заводим в пазики. И вуаля, у нас все отлично и готово. Я же этот проектор использую в основном на прикроватной тумбочке, либо ставлю на пол. Но также можно прикрутить вот через это вот единственное отверстие и к потолку. Вот это отверстие переворачиваем и прикручиваем к потолку. И на этом вот саморезике можем крутить данный проектор куда угодно. И любоваться, так сказать, узорами. Так, что же мы имеем в данном проекторе? Имеется три лазерных излучателя, красный, зеленый, синий, плюс большой такой вот, такая линза с тремя светодиодами, тоже красный, зеленый, синий. На задней панельке мы имеем 4 функциональные клавиши, это у нас включение-выключение, изменение или переключение цвета светодиодной подсветки, вот этой вот, которая в большом таком окне, и изменение картинок, и переключение между звуковым и автоматическим режимом, друзья. Так, ну и здесь у нас находится разъем питания microUSB DC 5 вольт. Все, больше никаких тут интересностей нет. Давайте включаем. Я хочу вам показать тут два режимчика. И потом пойдем, друзья, смотреть все это дело в темноту на потолок. Так, работает данный проектор от обычной телефонной зарядки. Также может работать от пауэрбанка, то есть мы им можем пользоваться не только в доме где-то, но и на выездных вечеринках, на природе, куда угодно берем с пауэрбанком. Ну а в данном случае пока телефонная зарядка. Включаем, и у нас сразу наш проектор включается, ребята. И выглядит очень даже красиво. Ну потом посмотрим на потолке ночью. Так, теперь по пульту. Давайте я немножко расскажу. Побегло. Значит, имеется кнопочка включения-выключения, кнопка автоматического режима, кнопка музыкального режима. Музыкальный режим в этом проекторе, ребята, только один. В предыдущих проекторах у меня было их по 3, здесь только один. Кнопочка sleep, сразу останавливаемся на sleep, то есть кнопочка сон. Что это значит? Включаем сон, наш проектор переключается в такой вот синий цвет.
и постоянно горит. Вот, друзья, не помню только, он горит, по-моему, 30 минут и выключается, либо горит постоянно. Извините, не помню. В инструкции искал, этого не сказано почему-то. Итак, кнопочка Color, ну, это переключаем цветность, кнопочкой Pattern переключаем, между картинками переключаемся, то есть то, что у нас сзади на проекторы. Ну и вот этой кнопкой добавляем, уменьшаем яркости нашему, я так понимаю, светодиоду. Нижними кнопочками управляем скоростью картинок. То есть там стоит двигатель, который у нас вращает такие прозрачные диски с нанесенными узорами. Вот. И мы этой кнопочкой можем притормозить, либо вообще остановить. Значит, ребята, многие мне пишут и спрашивают, как по поводу громкости вот работы данного проектора. Вообще ничего не слышно. Вообще тишина. Вот на микрофон давайте я приложу. Еле-еле на ухо слышно, что там вращается двигатель, ребята. А так полная тишина. Итак, кнопочки у нас 1, 2, 3. Это у нас таймер. Ложимся мы спать, включаем проектор, любуемся, но понимаем, что мы можем вырубиться. И проектор может проработать у нас всю ночь, а нам это не нужно. Поэтому ставим либо час, либо два, либо три. По истечении данного заданного количества времени наш проектор сам отключится. Берем, допустим, час и наблюдаем за свечением светодиода. Нажимаю. То есть наш проектор мигнул и тем самым сказал, что «друг, я тебя понял». Через час я вырубаюсь или выключаюсь. Все, ребята, сейчас идем в темную комнату на потолок и смотрим. Посмотрим два режима, как всегда. Автоматический и режим под музыку. Кстати, режим под музыку давайте включим. Обращайте внимание, я с вами просто сижу, разговариваю, допустим, записываю это видео. Не кричу, проектор вон стоит, давайте дальше даже отнесу, и он прекрасно срабатывает, что уже говорит о том, что здесь нормальный чувствительный микрофон. И все это дело будет у нас, так сказать, четко отрабатываться под музыку. Но опять же, видимо, только под басы. Все, теперь, ребята, идем и смотрим узорчики. Ну вот, друзья, пришли мы в темную комнату, установили проектор, направили на потолок и наслаждаемся вот такими красивыми узорами. Значит, вокруг основного рисунка, рисунок у нас в центре основной, вокруг основного рисунка мы наблюдаем множество однотипных, так сказать, рисунков на подтанцовке, вот, которые распределяются буквально по всей комнате. То есть проектор у нас распыляет все эти картинки на угол около 180 градусов. Не знаю, передает ли камера всю красоту, которая происходит у нас на потолке. Видимо, конечно же, не передаст, но на самом деле глазом это все намного красивее. В данный момент, друзья, у нас работает автоматический режим. Давайте я продемонстрирую управление скоростью. Пойдем на минимум, то есть можно картинку, как видите, остановить. Вот у нас первая скорость. Вторая скорость. И еще быстрее третья. По-моему, так. По-моему, три скорости. То есть довольно все красиво. Опять переключаемся в стандартный режим автоматики и наслаждаемся узорами. Так, друзья, вот режим под музыку меня тут немножко огорчил, так как он слышит звук и тупо начинает мигать. Бывает попадает в такт, бывает не попадает. Но хотя, давайте я включу. Вот. Но хотя, допустим, для молодежной вечеринки под современную музыку, так как вы сами понимаете, что любую музыку я на YouTube поставить не могу, вот, под современную музыку для молодежи, дискотеки, вечеринки, дни рождения будет все просто шикарно смотреться и приносить, так сказать, не то детям, даже и взрослым немало радости. Давайте перейдем в автомат. Мне самое здесь больше понравился, это, конечно же, автоматический режим. Вот такая красота. Переливаются узоры, и вы можете наблюдать, как меняется полностью фон. То есть
синего, красного, зеленая подсветка идет у нас светодиодная. Вот, одна красная подсветка, но я бы сказал даже не красная, а просто какая-то там светлая, меняющаяся. Вот сейчас зеленая поменяла, сейчас синяя, но особо не видно. Давайте обратно в автомат. Вот где настоящая красота. Конечно же, этот проектор не сравнится, допустим, с проекторами, которые у меня были, в принципе, они и есть. Где у нас, ну, допустим, 64 узора. Вот, но и цена тоже несравнима. Хочу, друзья, вам напомнить по поводу данного проектора. Если вы будете смотреть в магазине, то в магазине есть точно такой проектор, только со встроенным аккумулятором. То есть вам уже не нужна будет ни телефонная зарядка, ни какой-то отдельный таскать powerbank. Зарядили сам проектор, взяли с собой куда-нибудь на природу, либо на улицу в беседку. Направили вечерком на стену дома, гаража, либо гаражных ворот, либо там, не знаю, заборных ворот, кто как куда, и сидим, наслаждаемся под музыку. Или просто без музыки, под какие-то там разговоры. Все, ребята, на этом все, что хотел вам показать, рассказать, показал и рассказал. На этом будем прощаться. До новых встреч, до новых видео. Всем огромного здоровья!